Кот, ну как, сходил в туалет не в том месте. Порвал обои, правда, немножко. Ну, я его взяла и опустила вниз с балкона. А с какого этажа? Седьмой. Чем можете объяснить свой поступок? Ну, немножко выпившая была. Я окошко открыла на кухне. Смотрю, он лежит. Я хотела выйти. Еще раз в окошко посмотрела, его уже не было. Почему вы сейчас плачете? Ну и жалко, и то, что сделала. Отделом дознания, отдел полиции номер 3 в составе МВД по городу Саратову установлено, что 47-летняя женщина, находясь на 7-м этаже дома по улице Гришаева, выбросила из окна кота. Труп животного был обнаружен соседями. Ими же подано заявление в отдел полиции. По результатам рассмотрения заявления было возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». В отношении данной гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.